проседает FPS нормально. Ну не зависает же, по-моему. Бегайте во мне, не знаю. Чек на готовность. Картео, шкаф поставь. Раздавака, Малик. Там Вершам писал, что покурить сойдет. Да, он сказал, что... Тим, делай для всех это перерыв 2 минуты. Чтоб люди тоже сходили там. А то, блин, они вдвоем ушли. Ну что, мастер, ты готов? На что, зачем? На хорошее настроение. Мы сегодня убьем Синдрую профа?
И чё? РЧ будет? Чё, вы где ещё? На этом. Смотрите. Кто знает, как этот перезапуск винды, блядь, отрубить на обновление? Никак. На десятке никак. Не, ну можно службу обновления отключить, но... Я ее уже отрубил. Ну, значит, все, у тебя не должна она обновляться. Если ты поставил вручную запуск, это не значит, что ты ее отключил. Нет, я ее отключенно поставил. Ну, это тоже не значит, что ты ее отключил. Все тут, давайте. Ее надо в конфиге глушить. Турбо, скажешь, когда тебе отчет давать? Можешь давать. Я готов, если все готовы. На полную планку. Милики все в центре стоят, бьет только Далин. Рога на пульт. И также в центр уходишь. Роженьку все отдал. У меня 9 стак. Угу. Диспельте с танка. Войд, кинь с танка антияд. Не-не-не, нормально все. Тот не снимается. Нет. Че, это не снимается? Что даже не отображает. Ох, либо кто-то насрал там ус. Два процента переходка. Один процент. Забирай. Так, с аннигиляцией готовимся. Ренжу набрали на ком дебаф. Далин, сбивай. Следующая сфера. Блять. Что произошло? С дебафом стоят, потому что. Короче, это говно. Все, я отдыхать. Давай еще один. Мы же живые. Ну, должны выжить. Давай. Еще один.
шкаф поставь. Картел, вот книжка в нам. Спасибо. Короче, я не буду его босс водить, Милики, когда будет вот этот смотритель активен, который сфера, да, я... Чтоб они рейндж держали, блядь, между собой, там, я не знаю, сзади распределили, чтоб хотя бы не трое умерло, а двое от этой хрени, если кто-нибудь затупит и не выбежит. Ты босса тупо в центре держишь, а остальные пусть разбегаются, и все. Это если левый выйдет. Да я один раз отводил, блин, я завожу, чтоб все ее потихоньку били. Ничего, сферы мы убьем, не надо. Три человека с головой нас хватает. Ладно, ладно. Тяжелые ПВЕ. Ну, это контент новый, его еще не освоили. Так что нормально. Давай, это 40 верчи. Лайков, это хорошо. Все тут поехали. Следующий. Смотрите, на ком дебаф рассосались. Разбегитесь, милики, распределитесь за боссом. Не стойте в одной точке, чтобы вы не убили друг друга. Будьте. Сферу играем. Лок, сори, там лужа была, я сбил император. Сферу. Сбивай.
Сенсори. Сфера следующая. Следующий босс. Вижу. Рассосались. Текстуры. Чтобы руны закрывать, рассосались. Геру, давай. Руны через 5 секунд. Милики, разойдитесь и ищите нахуй уже себе руны. Руна под боссом моя для танка. Хильте, хильте. За хил рейда. Можете бить. Я скажу вам, когда разбежаться. На следующую прожимку свою дашь. Вам пора, милики. Разбежались, ищите свою руну. Прожимку отдам. Добиваем. Чё, ачив насыпало, просто жесть. Кстати, а чё это за ачивки такие горные? Данные защиты. Так, ну мы можем почистить трэш и... Нет, мы просто сразу пойдем, чтобы у нас хотя бы полчасика было отдохнуть от этого дерьма. Всё, да, давайте тогда ставлю портал.